whatever happens with Jasmine tonight, let's just show them what this garage is made of. Got a little present. Check your glove compartment. What's this? Baby powder. Honestly, I'm afraid to ask. Trust me, kid. Make sure you apply it liberally before the race. These things can get intense. That means sweat. Okay? Better to be safe and dry than sorry and sweaty. Speaking of which, I'm getting nervous. Better go powder up. Later, kid. Ooh, сюжетку. А я не смотрю. Ух ты, ё! Это наша тачка была, что ли? Да, это она. Что? Может, не её тачка? А фига. Кстати, в Cuphead играл, не, не играл. Экипт. Я остался, блин, как обидно, чё так? First place win this ride. Не хочу я this ride. It's awful. Good. Гоночки сейчас на полчаса засядем, наверное. А, тут на вылет. Ой, давно не было гонок на вылет. С какого NFS не было гонок на вылет? В каком, точнее, последний раз были гонки на вылет? Не считая Most Wanted'а. Слушай, в Unbound добавили столько от старых частей NFS. Раунд. Why? Раунд игра, и очень доволен. Да, плохо мы повернули. В шифте точно были. А, точно, в шифте были, да. Шифт, да, вспомнил. Не помню, докуда я его проходил. Шифт, но да, там было. Ой, вид мне меняют из окна. Так, обгоняются они на изи, лишь бы держаться впереди. Поворачивать вовремя. До свидания. Good. О, мы пятые. Good. А говоришь, не шаришь за гонки. Вон, за шифт зато вспомнил. Так, ну первая здесь изи. То, что я проходил, она скип-трак. Тут можно траки перематывать. О, да что ж, ой, поворот такой дурацкий. А еще четвертый был? Да ладно. Сила, я думаю, говорят. Че тут у меня все гонки, я думаю, что это спринт, а это оказывается круг. Потому что тут проценты пишут, сбивает. Alright. Ну слушай, я пытаюсь все-таки. Хотя бы в первой четверке здесь, потому что сложнее будет. Хотя потом и соперников меньше будет. О-хо. Блин, первую тройку не догнать, конечно, она какая-то. Уехали себе. Но зато мы не подпустили никого. Не хотите совместный стрим по NFS? Да, в общем, про игры шарю. Хотелось бы больше времени. Но то такое. Писал контракт на ассасинов. Буду жить вечно, пока буду делать видео по франшизе. А, ну тогда конечно.
Так, теперь у нас шестеро будет. НФС можно совместно. У меня хит есть, у меня много есть установленных. Вот с ребятами в хит играем по воскресеньям обычно. Хотя в это воскресенье, может, работать буду. Посмотрим. Так, тут главное вот первый вот этот поворот не пропускать в туннель. Еще надо прийти в первой тройке здесь. Уже усложняет задачу. Тут прикольно, тут другой на вылет, не с кругом, а с соревнованиями. Ой, иди с дороги, не мешай, коп. Неудобно поворачивать из-за них. Не, мне показался первый. Это четвертый. До свидули. Это я четвертый. Ой, это плохо. Я так не обгоню. Иди отсюда. Да, он в третьем уже нормально. Догнать бы. Что уже сложно. Ну я столько раз эту гонку переделал. То и в поворот не вписывался, то еще. Потом попытки закончились. Они не бесконечные, особенно зависит от уровня сложности. У меня средний. Ого! Ну и как я вам догоню их? Все. Рестарт. Ну, даже на легком сложности, по-моему, 10 попыток тебе дают. Но не бесконечные они. А он уже 2 года делает ролик по Assassin's Creed 2 и будет делать его еще столько же, да. Тира, прыгнешь в сентябре, покончу с Волгаллой. Что это тир? Прикинь. В сентябре покончу с Волгаллой. Прикол. Блин, он плохо стартовал. Но надо как-то... Блин, у меня машина, она может их догнать, но... Как-то я не поворачиваю так, что ли. Одного мне только обогнать. Нет, двоих. Извиняюсь, двоих. Одного. Ноль. Но по идее лучше еще кого-то. И лучше еще обогнать, чтобы наверняка и не врезаться в отбойники. Чтобы скорость не снижалась. Она еще и нрифтит, я еще и нрифчу. Ну ладно, нормально. Мы еще и нрифтим. Копы не нрифтят. Фух, чуть не въехал. Ой, напряжка, ой. Повело меня взад вперед. Фух. Фу. Вот непросто. А я стараюсь держаться позади тебя, да, не волнуйся. Потому что меня не обгоняли. Это все окей. Фу. Неровно дышим. К этим полицейским. Разгонялись тут. Нелегальные. О! А, не, меня никто не сделает. Надеюсь. Чем виляет зад вперед? Все, до свидания! Я второй. Охренеть. Это было чисто случайно. Ух ты, ё-моё, теперь можно почитать чат, слава богу. Со второй попытки получилось. Ё-моё. Посмотрим. Ну, я жду по Вальхалле ролик, как ты по Одиссее делал.
А, кстати, Тимур, ты сказал, что в этой части всего по чуть-чуть от всех частей НФС. Валхалла та же стоит. О, неплохо. Валхалла на 100. Валхалла это, по сути, сборник из Rebellion, Identity, Assassin's Creed Chronicles, Yao Assassin's Creed и Rogue. Ну, из всего этого я только в Rogue играл, поэтому... Странно. Так, теперь у нас только трое. Ё-моё-моё-моё. У меня 4 попытки на все про все. Но у нас только трое, значит, у меня двое. Двое этих. Догнать бы их. Точнее, одного. Смотри. А он сразу поехал на сокращалку, а может не туда уехал. Так. Они уедут от меня. Что там по скорости? Я не знаю. Ладно, пока что изучим трассу, хотя... Блин, иногда первая попытка лучше остальных, как правило. О! О, я вперед! Почему еще не первые? Да ладушки, ладушки. Слышь, it's a final. Он быстрый какой-то, круг. Теперь я на сокращалку. Да! Отойди от меня, я тебя столкну. О-о-о! О-о-о! Блин, ну тачку стоило, конечно, прокачать, что я сделал вначале, иначе... Реально сложно. Конечно, у меня и так было прокачано, но вот надо вот на 200, короче. Всем совет. До этой гонки на 200 прокачивайте машину. 200 этих очков или что-то там такое, не знаю. Так, давай не будем на трамплин в этот раз. Так, я не волнуюсь, я быстрее, но я вижу. Отдаляешься ты. Давай, 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 фух, ты ё, фух. Напряженно. Но мы это сделали, надо из копов, наверное, сбежать. Не слушай его. Ты же вроде вас искать на Ява играл, не? Ну, я, да, на Ява играл в первый, по-моему, давно. На Discovery, да. Сейчас дурацкая тачка, но зато у нас плюс 40. Кстати, Тимур, сколько еще стрим будет? Да сейчас уже заканчиваю скоро. Минут 5-10. Ачивочка, new car. Какой-то qualifier один. То и так уже 2 часа, я обычно не люблю больше стримы делать. 15-5, чего? У тебя? Пташеманы. Вау, полфильтра задел. Так, давай посмотрим, что здесь будет. Вау, хочу поздороваться с старым другом. Long time. Yo, is that my car? Фига они сделали с моим. Same night you ripped off the garage. Ну и фиг с ней. I know you're not coming in. Я в Discovery не играл. Yeah? Минут 5-10, 15-5. Смотри, они... Стримят. А мне сердечко поставить, это что, я не понял. Да, серьезно, ведешь себя как... О, сердечко, как там. Лайвстрим.
I'm feeling a little generous. Чё, я за вас запущу. You make it to the finals, you're on. Winner gets the car. If. А, то есть мне свою тачку надо потом забрать будет. Да не нужна мне ваша Сильвия, я получше куплю, ну чё вы. It's cool. I waited 2 years. What's a few more weeks? Ты, ну что, я ждал 2 года. No need to thank me. 2 недели спокойно еще могу подождать, он сказал. Ух, короче, какой стоит.